Добрый день, друзья, гости, подписчики канала. Завершили мы работы по нашему экструдеру. Все хорошо, все красиво, все работает, все крутится. И легко крутится, и прям все отлично. Но это фиаско. Сейчас мы его будем демонтировать. Почему? Да потому что не тянет двигатель 4 киловатта, вал на 53. Все, сегодня мы его еще раз протестировали. Не тянет. Надо вал сюда максимум 45. Максимум. Не хватает мощи двигателю даже через редуктор. В трехфазном режиме, и он не тянет. Сейчас мы отсоединим его. От этот экструдер у нас пойдет на трактор. Запас. А сюда мы будем делать навал, ну где-то ориентировочно 43-40, вот так вот, на 4 киловатта будем такой вал делать. Ну, на этом, друзья, поделился своей неудачей. Ну, может, кому-то это пригодится, кто делает. Ну, легонечко все крутится, но мощи не хватает. На этом, друзья, заканчиваю обзор. Пишите комментарии, лайки, дизлайки.